Дополняйте свой образ стильной обувью для лета. Для лета, для пляжа, для жары. Встречайте шлепанцы. Катрина, у нас есть три расцветки. Белый классический, стелька в горошек, розовый, также стелька в горошек и классический черный цвет сегодня наших шлепанец Катрина. Ну а действительно, Надюш, очень часто, выбирая поездки не только на море, например, и в дом отдыха, хочется какую-то легкую открытую обувь, в которой можно было бы легко купаться, например, и спокойно носить на мокрую ножку. Вот у меня это, кстати, большая проблема, часто очень ножка натирается и мозольки. Потом все, уже ходишь только в одной паре, которая смотри, есть. Дело в том, что мозоли здесь сведены к минимуму, я объясню, потому что здесь нет ни задника, ни боковых частей, ни носочка. Здесь минимальное соприкосновение с вашей ножкой, а именно в зоне между большим и указательным пальчиком. Я думаю, что все знакомы с конструкцией шлепок. Здесь сразу обращаю ваше внимание, что есть небольшая поддерживающая подушка, которая распределяет правильно давление. Вот вы сейчас ее видите между пальчиками. Это у кого есть особенности, например, шишечка на ногах, или пальчики немножечко находят один на другой, это очень полезно. И больше... Это еще такой некий антискользящий эффект, чтобы ножка сильно вперед не уходила. Не соскальзывала, абсолютно точно. Мягкий силиконовый шнурок, ну или ремешок, назовем его так, где-то порядка сантиметра в ширину, он будет мягко облегать вашу ножку, и ты знаешь, он очень эластичный, то есть в отличие от некоторых моделей с, скажем так, дубовыми ремешками, этот очень мягкий. Да, мягкость обеспечит, что ничего не будет натирать, что будет нежное прикосновение. Надюш, ну вот расскажи мне про само крепление, потому что вот очень часто именно в зоне пальчиков, да, где фиксируются наши шлепанцы Катрина. Может выскочить, да? Может не только выскочить, но и натереть, если там есть швовчик. Вот многие производители, да, скрепляют, и остаются такие зазоры. Ну, а давайте здесь... посмотрим. Во-первых, это классика. То есть классика, которая проверена не то что годами, она проверена просто десятилетиями. Посмотри, вот этот крепеж, да, известный всем по принципу, ну, такого вот шляпки, гвоздик и шляпка, да, то есть шляпка никогда не проскочит на лицевую сторону, вы видите, что здесь крепится все без швов, без клея, без каких-то дополнительных ухищрений, а значит минимальная, сведена к минимуму возможность, например, получить мозоль в этой области. Вот, кстати, наша шляпка очень все, ну, я думаю, что все знакомы с конструкцией шлепок, и та же фиксация у нас предусмотрена и по бокам. А это надежность, значит, в любой ситуации наши ножки будут комфортно себя чувствовать. Но я проверяю на мягкость, потому что, конечно, когда ты обувной шопоголик, ты сначала выбираешь обувь по красоте, а вот когда уже коробки класть некуда, а обувь ты не носишь, начинаешь задумываться. А думаешь, нет, все-таки-то важнее комфорт, важнее это удобство. Да. Именно поэтому я сейчас, Надюш, стала придирчивой. Вот сейчас проверим. Смотрите, они даже форму свою не теряют. Ну, я хочу сказать, что это особенный полипропиленовый сплав, особенный коктейль химический, который позволяет изготовить вот такую каучуковую, напоминает, посмотрите, какая мягкость основа. В этих шлепанцах вам будет настолько мягко, вам будет настолько приятно. И плюс ко всему, вот когда ты идешь по камушкам, они очень хорошо амортизируют, они нас сохраняют от вот этих вот столкновений с камнями. Ой, как ты хорошо сказала про камушки. Помните, как часто бывает, что в нашей шлепанце в подошву впивается камушек и потом ранит нашу ножку. Это очень больно, это очень неприятно. Здесь с такой гибкой, мягкой и податливой подошвой я понимаю, что моя ножка защищена еще и за счет рифлености, то есть ничего не пройдет через такую подушечку. Да. И они, кстати, еще и не скользят. Но я еще хочу обратить внимание на особый девичий такой вот флер у этой обуви. Наверное, его все-таки добавляют горошины по части. Кстати, любимый принт многих женщин, да, такая полька-дот, и приятно, что стильный. Она теперь есть и в шлепанцах, летняя открытая обувь. Да везде их самой можно взять. На дачу, в поездку, на пикник, в отпуск. Даже дома летом, вот, например, нужно выбежать в магазин ненадолго. Да, тоже можно в них, они всегда актуальны. Слушай, ну вот, например, черный вариант я бы даже предложила вам носить с платьем, с легким летним платьем. Они смотрятся практически как маленькие черные туфельки. И это стильная обувь. Это обувь, которая вас будет молодить. Никто не скажет, что вы старомодная. Все поймут, что вы идете в ногу со временем. Потому что в такой обуви, вот у Лали мы видим. Вот наша Лали сейчас как раз и идет в ногу со временем. Смотрите, какие нежные розовые оттенки на ее ножке. И даже мне кажется, вот аккуратно ножка смотрится за счет правильно расположенных ремешков. Здесь, обратите внимание, ремешок стильно сделан.
он именно в зоне между пальчиками немножечко находит сверху. И такое ощущение какого-то интересного дизайна. Как так получилось? Непонятно. Это не стандартные шлепки. Это действительно дизайнерская вещь. Это проработанная вещь. Стильная, модная. И идет, кстати, абсолютно любому типу стопы. И ты знаешь, я поняла для себя. Лучше один раз купить качественную обувь, чем потом каждый месяц покупать одни и те же сланцы. Нам это стоит дороже. Ответьте себе на вопрос. Вы готовы переплачивать? Вы готовы терять качество только для того, чтобы один раз сэкономить? Нет, тогда выбирайте свои шлепанцы Катрина.